Нет, ну своего ребенка и своих родственников я не посадил бы около телевизора, чтобы они смотрели этот выпуск ролика на Евровидении, когда выступала Финляндия. Я вообще-то вот грузины, вот традиционный народ, и они никогда не допустят, православный народ никогда не допустит, чтобы тут вот гомосексуали гуляли туда-сюда. У них нет права вообще в Грузии, они не должны вообще существовать, по-моему.